Всем огромный привет из Красноярска. МЛБ, первая лига, второй тур и воскресная программа начинается именно в Красноярске, в манеже футбол-арены «Енисей». Да, вот такая вот история в июле. Ну а теперь первая атака «Енисея». Глушков слева входит в штрафную и бьет в дальний, опаснейший момент. И у нас первый в матче угловой. Мы без нарушения остановить не смогли. Мы посмотрим пока за этим штрафным. Воронин подает, Кичин, опасно, и мяч в ворота. Гол! 1-0, открыт счет в нашем матче. Ну и поздравления принимает Вячеслав Бардыбахин, правый защитник. Масловский подключился. Передача низом. Глушков, штрафной уже Никита. Ой, как между ног прокинул, зарядил, и гол! 2-0, Никита Глушков. Ну что за шедевр. Ну и команда там ставила антирекорд за антирекордом. Момент у Рубина, между тем Салтмурат Бакаев делает счет 2-1. И Рубин в игре у нас на 32-й минуте. Голь обычно не принят. Кабутов с мячом. И попытка издали пробить. Ой-ой-ой, какой гол забивает Дмитрий Кабутов. 2-2 становится у нас счет. Рубин догоняет. Еще одна подача Иванова. Момент, рикошет, гол! 3-2. Валерий Кичин отправляет мяч, ну, как минимум, в створ ворота. Дальше, от кого он там залетел, это будем разбираться. Валерий Кичин. Ну, вот он, угловой. Классная стеночка с Ворониным, удар. И мяч перелетает все-таки. Да, вот такой вот момент мы видим здесь. Врезался Бардыбахин. И все на этом. Звучит финальный свисток. Завершен матч второго тура МЛБ первой лиги «Енисей-Рубин».